Рубль продолжает стремительное наступление на доллары и евро. На московской бирже российская валюта растет третий день подряд. Средний взвешенный курс доллара к рублю расчетами завтра составил 62 рубля 70 копеек, что почти на 2,5 рубля ниже показателя предыдущего дня. Курс евро впервые с 31 августа упал до отметки 69 рублей 90 копеек за одну единицу европейской валюты. Эксперты связывают рост рубля с оптимизмом на фондовом рынке, а также с продолжающимся ростом мировых цен на нефть. Так, ноябрьские фьючерсы на сырье марки Brent на лондонской бирже подорожали почти на 2% и приблизились к 53 долларам за баррель.